Здравы будьте, бояры! Всем привет-привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». С вами Ниночек, она же Натали. И Вован Алексеевич, он же Алексей Вованыч. Всем приятного и хорошего настроения. Ребяточки, у нас сегодня на обед вот такой вкусный пирог с курицей и грибами. А вот дальше вот такая вот у нас заправка, но здесь две. То, что осталось здесь, горошек с овощами и просто овощи. А вот колбаска, чаечек, и кушаем у нас основное блюдо, это щи, наши русские вкусные щи. Вот, хоть обалденно. Плащи. Да. Кое-что мы уже утром прополоскали. Бериндей. Бериндей, да-да-да. В общем, всем приятного и хорошего настроения, хорошего аппетита. Как меня отец так любил говорить, ну так показывай. Даже не вот так вот показывал. Дойдем. Все. Кушай, мой хороший. А ты уже майонез сильно фигачил, а? А я вот со сметаной хочу. Мне нравится сметана. Подай. Я прям так на сметану подсела. Очень вкусная. Такая сметанка спаржская. Обалденная. Забирай свои сосиски. Да-да. А, ты решил это. У меня тут сосиски остались, я бы погрела. Обалденная сметана. Очень вкусно. Реально, кстати, вкусно. Магазинная. Как помнишь это? Кот Матроскин. Точнее, нет. Мясо надо в магазине покупать. Там костей больше. Шарик. Шарик, да. Блин. Чай. Я мешала, нет? Все равно ложку надо будет. Дай салфетку. Спасибо. Я тебе помешаю тоже. Оп. И вытру. Сейчас сметану лезть. Горчички не хватает. Горчички не хватает? Встань и иди. Кстати, вот посмотрите мой предыдущий ролик. Вот сегодня утренняя болталка. И напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы готовы отказаться в этой жизни ради того, чтобы получить такие хорошие, приличные деньги. Готовы ли вы вообще от чего-то отказаться? Я отлично не готова. Деньги имеют свойство зарабатываться. Вот точно так же, как и тратиться. И, кстати говоря, знаете, вот частенько такое бывает, когда люди, всякие лотереи и прочее, выигрывают шальные деньги, очень большие, они становились несчастными из-за этого. Во-первых, они все теряли там, в первый год, там, два, как получили. Во-вторых, они просто вот некоторые даже с жизнью расставались, представляете, из-за вот этих денег. То есть столько много зависти, столько много желчи вокруг них резко становилось. Плюс они даже вот свои там тайные там, не знаю, там, напиться, нажраться там или еще что-то там, и это купить, то купить, не знаю, наркотики и прочее там, понимаете, вот. Очень многие, к сожалению, поддавались своим порокам. Вот. При наличии вот таких больших шальных денег. Ну так. Поэтому, я, знаете, я ценю каждую копейку, которую заработана. Вот я знаю, что я твоим трудом, да, зачастую. Полночи не спишь, монтируешь ролики, отвечаешь на ваши комментарии, понимаете, вот. А вы не цените, лишний раз лайк не поставите. Вот поставьте лайк. Спасибо. Спасибо всем тем, кто поставил лайк. Прям целую вас в десны. Вот так вот. Знаете, шальные деньги. Я на самом деле не хочу шальных денег. Я хочу зарабатывать больше, но при этом чтобы просто мой труд ценился больше. Потому что я знаю, сколько можно, но вот в связи с последними событиями, конечно, очень грустно. Чуть хлебушка не хватает, да? Хлебушка не хватает. Мало хлеба, пожалуйста. Дай тебе еще хлеба. Или не надо? И горчички. Ах ты ленивая, ты жопа. А пожалуйста. У нас его ассортименте. Пожалуйста. Горчички. Горчички. Раз уж встала. И ложечку возьми маленькую. Да уже размешано. На. Да. Горчичка. Слушай, там крышка какая-то плохая, это горчица. Я закрывала, она прокручивается.
Надо ее доверять, выкинуть. Нормальная. Вроде бы. Плохая. Ух. О, видишь, я тебе поближе. О! Научный горьким опытом. А вот здесь вот можно пачку-то. Это же здесь что, пластик помыл. Все. Кстати, вчера отстирала эту. Как ее? Там бы сомневался. Да. Я прям сразу так застирала хорошенечко ее. И нормально. Солью. Нет, не солью. Руками своими. Вот. О, о, видите, руками. Все стерло, да? Да. Золушка. Золушок. Слышь ты. Залупка. Ну, ты не открываешь. Дай нож. Где его взять-то? Над тобой. Да. Все никак не упадет. Специально вам туда сажаю. Под ножи. Видишь? Шучу. Аккуратней. Че, сышься, да? Сышься? Ну, сышься. Я не такая, как ты. Конечно. Каждый думает мир своей испорченности. Вот так вот. Боишься, значит, боишься. Не сышь, не сышь. Ну да. Это вот хлеб взяли. Тоже некуда было класть. Ну это, кстати, вкусный очень хлеб, мне очень нравится. А что, тебе одному, что ли? Эгоист. Этот хлеб очень вкусный. А видите, прям это с зернами кориандра идет. Обалденный. Тебе надо? Хочешь. Спарим, эти продают уже с молотыми зернами кориандра. Он тоже. Я беру бородинский, мне прям очень нравится. Черненький. Иногда на белый батончик прибивают. Иногда на бородинский. Пробивает, да? Но очень люблю булочки с чесноком. Чеснок это вообще моя тема. Чеснок, сыр. Обожаю. Вкусно. В общем, операция это горчички. Ага. Опять же повторюсь, что посмотрели фильм старый вот этот вот. Господи, насколько он прекрасен, понимаете, он наивен. Он такой, знаете, он весь прям такой прям... Ах, блин, почему мы не живем в таком идеальном мире, как они? У них, по сути, не было ничего. Они ели две сосиски, два бутербродика и два яблока. Ну, у них там было две сосиски, у нее лишь лежало. Два каких-то маленьких, и бутербродика с колбаской. А вот... Черный. Да, кстати, ну, копченый, прошу заметить. Какое-то пирожное, которое они разделили пополам, да? И бутылка минералки. Ну все. А яблоки куда делись? Яблоки, да. Понимаете, вот это был обед студента. И этот тоже. Кефирчик, помнишь, пил-то? Да. Настройки-то. Причем кефирчик полный. Пол-литровую бутылочку и пол батона. Угу. Вот, понимаете, вот эта наивность была. Наивность, простота. Романтизм. Сейчас. Да. Сейчас уже жизнь не так. Шашлык. Нет, там, мне кажется, шашлык показали там. Смотрите, как хорошо у нас содержатся преступники разные. Алкоголики. Хулиганы тунеядцы. С обеда меня опаливаете. А компот? Угу. Компот. Слушай, по сути, все 15 суток они там должны находиться, да? Где? Ну там. Да. То есть вот потом вечером его забирали и увозили туда. Да. А опять за блиншотку. А сейчас вот эти 15 суток они вообще действуют? Да. Прикольно. Надо тебя отправить, да? Чего? 15 дней счастья. Отпуск надо себе взять. Даже не знаешь, за что. Да, какие-то бытовые моменты, да? Ну, сколько? Эту кологриву так. Как раз туда и посадили.
по 15 суток. Это хулиганство? Да. Вот так вот чувак хайпанул, так сказать, бахнул в этом, в барчике. В итоге карьера рушится. Столько надежд подавал. Везде его это сували. А тут видишь как? Нет, как ходить по таким заведениям. Нефиг пить, если ты, извините меня, не отвечаешь за свои действия, когда ты пьяный. Ну, в чем здесь пить-то? Ну, так он же нажрался, напился. Вот ты сказал. Об этом нигде не сказано. Можно. Не знаю, я сейчас пойду выпьешь и спать. У меня как сонная доза. Алкоголь действует. Не бодрит, скажем так, а на порцунку. Там написано, что он был в каком-то баре типа. Ну не надо говорить вот этого, ладно? Возможно, да, и больше, и хлеще, не только алкоголь. Кто узнает. Ты же мою экспертизу не проводил, сам не проливал. Ну все. И никто. В неадекватном, скажем так, состоянии был, да? Все. Факт в том, что появился не очень красиво. У него там столько контрактов было, там туда-сюда, реклама тоже. Куча. У него только отняли это. Что не будет играть. Шпинов в фильме. Все. И, по-моему, там еще что-то. Ня. Да? Ну то, мне кажется, сейчас уляжется, они его возьмут. Ну то, что он идеально подходит все-таки. Даже он внешне похож. Вряд ли отыщет актера, который также похож будет на Вольфович в молодости. В принципе, могут найти. Ну, не знаю. Мне кажется, вот экспрессия, которую вот Кологривый выдает, мне кажется, это вот прям классно. Все-таки как ни крути, все равно сильный актер. Я так думаю. Напишите, что думаете, вы? Ну, опять же, когда ты не умеешь пить, не пей. Ну и, соответственно, все так. Как тебя зовут-то, Федя? А лет тебе сколько? 41. Дочка. И семья, наверное, есть. Да. Да. Анечка, дочка. И там что-то сыночка. Алёшка. Может, не надо? Не надо. Надо, Федя. Надо. Надо, Федя. Надо. Надо. Да, надо. Это же не наш лет. Мама. Чё? Мама. Чё? Мама. Кто на цементный завод? Я! Кто на бетонную кладку? Я! Подождите, на вас отдельный. Да подождите вы. У вас вообще отдельный наряд. Да. На все 15 суток. Увидите. Блин, представляете, сколько раз мы посмотрели эти фильмы. Ой. Это ж детство. С таким удовольствием пересмотрели эти старые фильмы. В общем. Все. Щи сожраны. Дай салфеточку. Не дам. Тебе еще хлеб, что ли, дать? Все, прям хлеб дорвался в горчичке с хлебушком. Я что-то не хочу ничего. Я вообще-то, знаете, как вот правильно, мне больше достается. Ну, тогда... ты не охренел пошли кусок ветчины сожрать? Ты все равно не ешь. Наглость не знает границ. Не знаю, я вот все съела, все, мне больше ничего не хочется. Мне, как говорится, нужно, знаете, питаться этим... Он называется-то. Угу. Маленькими порциями. Красой. Угу. Половинку. Как это в сказке там? Половинка зернышка. Угу. Угу. Так дома жарко. Сейчас все разогрелось.
Особенно еще пока ешь там куда-то еще. Кто-то мне там, прикиньте, уже климакс приписывает. Такие люди. Ну же там все знатоки, врачи. Ага. Эксперты, да. Профессора. Да. Человек спотел, все, климакс. Приливы. Кофе выпил, все, наркоман. Ага. Уж манеры. Мне нравится. Пухленькие, толстенькие. Мотечка-то кричит такая. Ой-ой-ой. Это вовсе некрасиво, она просто висит. У меня торчит. Он подрался. Нормально у меня. На красивее. У тебя ямочки на этом есть. А ты знаешь, что ямочка – это изъян считается по генетике? Нифига не считается. Это считается изъян. То есть, красиво. Нет, это красиво, но это нарушение гена. Потому что не должно быть ямочки. Какого гена? Вахина. Семенова или африканского? Не, серьезно, я читала, что ямочки на щеках, на подбородке и прочее, это считается, что нарушение. Хотя это красиво. Ну что вот. Потому что по природе не должно быть ямочек. Понял? Если бы ты глядела что? Консультанта. Прикиньте, этот вчера... Я не знаю, как этого назвать. Стал смотреть, знаете что? Барабанная дробь. Сериал «Доктор Хаус». Что-то ему там какой-то попался отрывок в интернете. И он решил посмотреть. И вот подсел вчера, говорит, давай смотреть. Я в свое время уже посмотрела все 8 сезонов. Там очень много серий. Там в каждом сезоне серии по 20, по 30. 22. В каждом. Нет. Практически. В одном 10. Ну, короче, очень долгие. Нет, шикарный сериал, конечно. Хаусом, да? Доктор Хаус. Хью Лори просто прям красавчик. Вот, но я по второму разу не готова пересматривать. Там такие истории были вообще прям серьезные. Ну, интересно. Как вчера, например. Что? Ямочка. Что означает? Как пацан узнал, что он приединённый сын? У него ямочка. А родителей не было, да? А у родителей ни у кого нет. Это 95% означает, что родители приемные. А у тебя у кого? Отца. У отца ямочка? Ну тогда ты точно свой. Потому что от мамы меньше вероятность, что какой-то такой. Я что-то не знаю. Нет, там просто он говорит, в интернете вычитал, что типа 95% указывает на то, что если у родителей нету такого изъяна, типа, который, как ты говоришь, гены какой-то ест. Нет, серьезно, это изъян считается. Почитайся. А сама тогда охренела по поводу ямочек. Если у детенка есть ямочка, а у папы с мамой нету, значит он у соседа. Ага. Или перепутали, да? Точно. Ну, же часто путают. Так сказать. Это сериал делают. Я нашла тебя, Зита! Угу. Я нашла тебя, Зита! Вот такие изъяны у Вовки есть. Я твой пап, а я твой мам, да? Да-да-да. Так, ладно. Цигирюлю, Михаил Святов Туту. Спасибо большое, что с нами пообедали, поболтали. Если развеселились и улыбнулись, поставьте обязательно лайк. Мы вас сильно очень всех любим. Увидимся в следующий выпуск. Пока-пока.